Вымирающая Кострома и знаменитый Костромской полк, офицеры которого заполнили кладбище Костромы. Население 2000-е – 289 тысяч. Через 20 лет – 266 тысяч. Минус 23 тысячи за 20 лет Путина. Вымирающая Костромская область. Территория – 60 тысяч квадратных километров. Больше трех Крымов. На 2000-е – 770 тысяч. Через 20 лет Путина – 570 тысяч. Минус 200 тысяч человек исчезли. Вымерли. Довел Путин область до вымирания. Около 26% населения исчезло. Это четверть населения. Основан Юрием Долгоруким, великий князь Киевский, сын Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской. Королевна Англии. Центр области расположен 330 километров от Москвы. Через детей Юрия Долгорукого все князья на Москве, ее и Мономаха правнуки, Невский, Дмитрий Донской, Иван III и IV Грозный, зовите Карлсона, у нас в Украине документы имеются, на наши исторические земли московские, костромские и прочее.